Подружки Алина, Соня, Маша и Кира на летние каникулы остались в городе и ничуть не жалеют об этом. У них есть место, где проводить свое свободное время. Мы хотим еще придумать спектакль, где будет стихотворение, песни. Место, где девчонки планируют показать свои таланты, это их необыкновенный двор. Инициаторами создания зоны отдыха как для детей, так и для взрослых стали две очаровательные женщины. Здесь было голо. Начали копать землю вот здесь вот. Земли насыпали, таскать камни вот эти, с дачи просили знакомых везде, где что можно взять. Озеленение тоже, где цветочек, у кого что можно насажали. Потом продолжение, плетень вот это вот сделали. Сейчас прекрасно можно пройти, посмотреть. Тот же самый, смотрите, в каждом уголке какая-то этноэкспозиция. Так что молодцы. Я счастлив, что такие в городе у нас есть жители. Решение сделать у своего дома зону отдыха у Марины Алексеевой и Натальи Галкиной пришло давно, но как-то все не складывалось. И вот в начале этого лета, посвятив все свое свободное время, они вместе с добровольными помощниками создали дачный оазис. Девочки все старались, и мы старались, все красили, все. Ну, там дети немножко нам помогали. А вечером мы, пенсионеры, пьем чай почти каждый вечер. Жители дома решили, их дворик должны увидеть горожане из других улиц. Дети расклеили объявление, ну, что вот здесь праздник, будет весело. И мы не ожидали от такого количества народу. Ну, думали, придут там рядом поблизости, так, пятиэтажки, а пришло больше 170 человек в наш двор. Давай, 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 давай. Молодец! Аплодисменты! Проходим в наш эко-двор! Дворик, созданный своими руками жителей на свои средства, стал своеобразным клубом под открытым небом и детским интерактивным лагерем. Организаторы его еще и педагогами, и психологами. Мальчишкам мы дали задание. Здесь они у нас охранники. Они берут пистолетики, обходят территорию, все проверяют, чтобы никто ничего не ломал. Создание дворика – настоящий проект, с которым Марина и Наталья планируют выйти на областной конкурс «Наше Подмосковье», чтобы всем показать, насколько видновчане любят свой город. Людмила Медведева, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.